Бийские дачники обратились с заявлениями в полицию. Причиной стали участившиеся кражи. Злоумышленники выносят все, что плохо лежит. Даже продукты, оставленные на столе или в холодильниках, и те забирают. Однако чаще всего садоводы отмечают, что у них пропадают электроинструменты, строительные материалы, рабочий инвентарь, бытовая техника, а также посуда. Как рассказали в полиции Бийска, накануне неизвестный проник на участок 42-летнего бийчанина и похитил из жилища имущество. Мужчина делал в помещении ремонт и хранил там перфоратор, сварочный аппарат, фрезер и бензотриммер. Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства. В содеянном он признался и написал явку с повинной. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обращаются к владельцам дачных участков. Не оставляйте дорогостоящее имущество в незащищенном помещении. Лучше заберите его домой и привезите по мере необходимости. Договоритесь с председателем об установке видеонаблюдения и организации сторожевой охраны. Просите соседей, постоянно проживающих в СНТ, присматривать за вашим домом.